Das Lagerfeuer kommt wieder zu Ehren. Frisches Eiswasser. Ноябрь 1941 года. Тайфун, как назвали в немецком генштабе операцию по захвату советской столицы, подходил к Москве. Немецкие бомбардировщики все чаще подлетали к ней на самые подступы. Русские города один за другим наполнялись гарью, смертью и в итоге немецкой речью. Красная армия, ведя непрерывные бои, отступала и несла большие потери. В один из последних дней месяца самолет с черными крестами зашел на пикирование над старинным русским городом Елец. Воздухозаборник, специально встроенный в конструкцию, натужно завыл, но ни взрывов, ни грохота пулеметов не последовало. Когда вжавшиеся в землю люди подняли головы, то увидели в небе лишь огромное количество бумажных листовок. «Москва, Елец, войне конец». Днем 4 декабря части 2-й армии вермахта прорвались в город Елец и к вечеру того же дня установили над ним полный контроль. Елец – крупный железнодорожный узел. Отсюда идут пути в 5 направлениях. Захватив его, немцы могли разорвать ключевые коммуникации и лишить Красную армию защитников Москвы необходимой помощи. На следующий день 13-я армия Юго-Западного фронта получила приказ отбить город. Времени на подготовку контрнаступления не было. Но и противник не имел его для организации обороны. Так начиналась Елецкая наступательная операция. Замысел Елецкой наступательной операции не был сложным. Линия фронта образовала выступ, южный фланг которого находился у Тербунов, а вершина – северо-восточнее Ельца. Противник вынужденно растянул свои порядки и сплошную оборону пока создать не успел. Командующий Юго-Западным фронтом Семен Тимошенко сформулировал задачу коротко. Вражеский клин срезать, Елецко-Ливенскую группировку уничтожить и выйти в тыл 2-й танковой армии, наступавшей на Москву с юго-запада. Классическое сражение на окружение ударом по сходящимся направлениям. К началу контрнаступления советские части имели небольшое преимущество в личном составе, но уступали в количестве военной техники. Из резервов срочно была сформирована фронтовая оперативная группа под командованием генерал-лейтенанта Федора Костенко. 3 кавалерийских соединения, 2 стрелковые дивизии, мотострелковая и танковые бригады.
Всего 20 тысяч человек, 126 орудий, 80 минометов, более 400 пулеметов и 23 танка. Огневая поддержка, артиллерийские и гвардейские минометные полки. Командование рассчитывало, что наличие этой конно-механизированной группы противникам будет установлено не сразу. И ей же отводилась главная роль в наступлении – нанести удар из района Тербуны. Немецкие войска стремились продолжать наступление на 3-ю и 13-ю советские армии в стратегическом направлении на Москву. Командование 13-й армии оперативно создало ударную группу генерал-майора Кирилла Москаленко. Она включала 19 тысяч человек, 21 орудие, 5 минометов, 100 пулеметов, 12 танков. Задача – отбить Елец и нанести отвлекающий удар в направлении Казаки-Ливны. С этого рубежа и начиналась Елецкая наступательная операция. 6 декабря в 10 часов 61-я авиационная дивизия нанесла бомбовый удар. Восточнее Ельца произвел залпы дивизион «Катюш» под командованием героя Советского Союза майора Корсунова. Появление «Катюш» на фронте с большим было счастьем. Все кричали «Ура!» Вот когда «Катюши». Почему? Потому что у них залп 16 снарядов у БМ-машины, 16 снарядов. Их 12 штук в дивизионе. И 16 умножить на 12, он получается больше сотни. И это мощный залп за несколько секунд по врагу. Поэтому они боялись «Катюш», боялись почему? Потому что имели большие потери. В этот же день 148-я стрелковая дивизия выбила немцев из поселка Ольшанец и вышла на окраину Ельца. На рассвете 7 декабря перешла в наступление оперативная группа генерала Костенко. Это стало полной неожиданностью для противника. Времени, чтобы сконцентрировать силы и организовать действенную оборону на двух направлениях, у штаба 2-й немецкой армии не было. Первая гвардейская стрелковая дивизия стремительно атаковала опорные пункты противника. В прорыв в направлении Никитское устремился 5-й кавалерийский корпус. Только за один день его части продвинулись на 10-12 километров. Из воспоминаний генерала Федора Костенко. Коннице пришлось вести тяжелые бои. Противник, имея в каждом из населенных пунктов по 2-3 роты пехоты, как правило, упорно оборонял их. Конники спешивались и вели уличные бои с применением штыковых атак и ручных гранат. Эти бои обычно заканчивались полным истреблением противника. 34-я механизированная бригада одновременно совершала охват немецких соединений в направлении Ливны. Этому маневру противник противостоять не мог. 8 декабря ударная 307-я дивизия с группой генерала Москаленко, сломив ожесточенное сопротивление врага, перерезала дорогу Елец-Ефремов. В самом Ельце развернулись жестокие бои. Немцы установили большое количество минометов на стадионе в центре города, пулеметы на православном соборе и у моста, на чердаках домов.
Наиболее жаркие бои шли на восточном берегу реки Сосна. Из воспоминаний командира 148-й дивизии Филиппа Чаракманова. «Наступали мы без танков. Выручала артиллерия, которая находилась непосредственно в подразделениях пехоты в боевых порядках». Только прямо на лодку. Это ты видишь противника, и он тебя видит. И он. И кто первый выстрелит, кто первый даст залп, тот победит. Вот я всегда решался. Выдвигались мы, и когда нам сообщали, что противник выдвигается и будет развертываться, мы также упреждали его, развертывались и первым давали залп. И громили врага. Город буквально сотрясался от взрывов. Упорные бои разгорелись в районе почты и телеграфа. 496-й полк выбил противника из собора и овладел северо-восточной частью города до улицы Коммунаров. В критическую минуту наступление поддержала крупнокалиберная артиллерия бронепоезда номер 14. Из боевого донесения штаба 654-го стрелкового полка. Вокзал, Красные казармы и железнодорожный мост заняты в 12:00. С прожекторного завода противник ведет минометный обстрел. Полк продолжает двигаться вперед. Отступая с восточного берега реки, гитлеровцы взорвали два железнодорожных моста. Первым штурмовым группам 148-й стрелковой дивизии пришлось переправляться по непрочному еще льду.